Ну что ж, вот этот корабль. Наконец-то на него наткнулись. La porte! La porte! Vite, la porte! Что-то снял, да, там? Чёрт. Куда мы попали? Господи. Нет уж, спасибо. Блядь. Вперед, шевелись! Давай большой корабль. Да есть просто гребное кладбище. Надеюсь, тут больше никого нет. Весь этот корабль – плавучая могила. Блять, пиздец. Я не подписывалась на этот ужас. Что тут есть такое жуткое, что аж волосы на всех местах шевелятся? Да, блять. Зачем бы нам отсюда не свалить? Не хочу на этот... Чё? Миллер? Пшёл! Иду, иду. Простите! Чего этим козлам от нас надо? Ой, блядь. Чё тут? Завтра ты заменяешь Пэрсона в короле. Он снова заболел, посещаемся по ней как раз тогда, когда ему надо нести вахту в отсеке. Опять третий раз уже за эту неделю никому... Из нас туда не хочется, хватит подписную симулировать. Выполняй. Вообще все так темно, я не вижу нихуя вообще. Олсон, день покиси! Олсон, здесь проход или что? Марш в каюту! Здесь такая хуйня начнется. Эй,
мой фонарик! Спасибо. Черт возьми, что это за место? Так. Согласно нашим наблюдениям, это какой-то корабль. И он заброшен, поэтому рискну предположить, что это заброшенный корабль. Да ты прям гений. Потом напишешь? Да ладно, Крис, полегче. Нельзя просто сидеть. Нужен план. Да. Мне кажется, нельзя просто руки от управления убирать. Как только они расслабятся, надо этим пользоваться и валить с корабля. Так. Ага, эта ржавая корыта в любую минуту может пойти ко дну. Мы уже пытались сбежать, и, по-моему, ни хрена не вышло. У них крышка трамблера. Без нее мы никуда не уплывем. А мы можем, типа, заменить ее? Нет, ее не заменишь. Нам нужна крышка трамблера. Пока они ищут маньчжурское золото, или что еще там они рассчитывают найти на этом плавучем гробу, нам надо придумать, как отсюда свалить. Плиз? Я хотел сказать, я, наверное, все неправильно понял. Не поняла. В общем, я несколько поторопился с выводами. Решил, что ты типа заодно с этими уродами. Да, типа богатые. Но я дураку ясно, что это не так. Они обошлись с тобой ничуть не лучше, так что... Да. Хочешь, переведу? Он извиняется. Ну, я... Ладно, извинения типа приняты. Окей. Окей. Так. Да, блядь, ну вот. Что случилось? Ну-ка, Рассер. Убийство. Полибраки. Да, мы сказали тебе, что будет небольшое приключение. Загрозок, спица, уходжи. Я так читаю просто про себя, прибыл. А в Крест в Сибирь прошло бы для поисков. Итак, за похищение по 750 сноса, сверхурочные 350 в час. За выслушивание ваших тупых приколов, скажу Коль. Так, что тут, вообще что-то есть? Сука! Чё? Я попробую. Очень, очень жутко. Очки? Ну, босс, что будем делать? Так. Эй, скоро может подвернуться ещё один шанс. Так. Как думаешь, что это за корабль? Я не думаю и знать не хочу. Круто. Так. Я умру не где-нибудь там. Привет, куколка, я так по тебе скучаю. Мне еще 3 месяца до отпуска. Я сразу же отправлюсь прямиком в твои объятия. 3 месяца я был с ребятами. Они на берег выпил там немного немножко пива, но ты не волнуйся, я думаю только о тебе. Если понимаешь, о чем я. Как там работа? Надеюсь, твой босс тебя не донимает. Я знаю, что ты можешь о себе позаботиться, но все равно жаль, что я так далеко и не могу тебя защитить.
О, пока я стою в карауле, в трюмах только и делаю, что размышляю. Внизу темно и страшно. Другие парни видели, как вокруг кто-то бродит, но ты всегда в моем сердце и бережешь меня. Скоро я приеду. Найду работу механиком, и тогда мы сможем пожениться и завести своих детей. Мы будем счастливы вместе вечно. Очень тебя люблю. Целую, Миллер. Это его одежку я нашел, Миллер. Так, болтать с ними я просто так не могу. Там картин. Сука, повернись ты к картине, ебан. Почему это сорвали со стены? Или что это? Диджей, ебан! Ограбить, да, не хотели? Все, да? Понятно. Побегу, расскажу друзьям. Они от нас ходили. Так. Ну как? Не могу открыть. Эй, сюда. Так, а что-то я опять вот от всего руки отстоял. Если откроем, свобода. Стоп, стоп, стоп. Мы не знаем, куда ведет эта шахта. Так. Ага, вот заодно мы и выяснили. Мне выбить решетку? Ну, конечно. Альфа-самец. Кто-то должен отвлечь. Будет шумно. Да, ладно. Конрад, за дело. Подпереть, отвлечь. Подопрем. Пашечка. Быстрее, быстрее. Блять. Конрад. Надо идти. Нет, нахрен. Надо вернуться за Флис. Она попалась из-за меня. Да. Надо. Ну нет. Без героизма. Нам надо скорее убираться отсюда. Ты прав.
Так. Всем членам экипажа провела. Не черных кран так нарезался за своим минимум безопасности. Так, парни, в 3А никого нельзя пускать. Раскрыта тайна вонючих носков и грязных трусов. А, блядь! Сука! А, нахуй! Одежка какая-то. Ебать. Да, это интересно. Эти уже упиздили там куда-то. А? Минутку. Так. Интересно, куда все подевались? Тут должны быть десятки людей. Сотни. Как они могли исчезнуть, оставив здесь все свои вещи? Что-то не сходится. А где же стрелочка? Вы здесь? Ага. Нету стрелочки вы здесь. Так. Все интересно. Так, милая Элли, я направляюсь домой. Я наконец-то направляюсь домой. Мы услышали об этом еще несколько дней назад. Но я хотел знать наверняка, прежде чем писать тебе. Вот и все. Радость моя, последний поход через Тихий океан. Я снова буду с тобой и девчонками. Скорее бы вас всех увидеть. Скажи, а Джилл и Нэнси пусть радуются. Уже скоро приедут. Дед папа, и у него для всех вас подарки. Я перед отплытием сходил на рынок и купил там разные отличные вещи, которые у нас не достать. Я очень рад, что снова в море. На суше тут жарче, чем в Оклахоме летом. И спрятаться от жары некуда. У меня все нормально. Я ведь получаю твои письма, они придают мне сил. А вот некоторым ребятам приходится туго. Вы помните Винтерса и Сталсы? Мне кажется, бедолага уже спятил от долгого похода. Его надо было отправить домой, но он не набрал очков для демобилизации. Я знаю. Очков. Блядь.
свернуть. Я знаю, действительно пугает меня. Он продолжает говорить мне, что на корабле есть маленький мальчик, вот, который каждый раз ведет его в трюм, а потом убегает. Зайца у нас тут быть не может. Сейчас, когда война закончилась, наш оперотдел бдит как никогда. Этот кусок, наверное, вычеркнет цензура, но все же, вот до чего может довести человека такая служба на железе. Мне пора, милая, снаружи какие-то беспорядки обычно. Это значит, что в ближайшее время я буду сильно занят. Скоро напишу тебе еще. Целую, Роберт. Ужас. Да, тут... унитаз раздолбили. Ты, блядь, можешь в другую сторону, сука? Как мне ты... Он не поворачивает туда, куда... Здесь определенные у них эти... Только бы Флис была жива. Она крепкая, Джей. Что они с ней делают? Джей. Слушай, ты так свихнешься. Будем оптимистами, ладно? Я хотел за ней вернуться. Ты слышал? Если ты имеешь в виду зловещий звук... Что-то все огромное. Это просто пизда какая-то. Смотри, что тут у нас. Книга? О. Я вывел проблемные места с хрупкостью конструкции, трещинами в некоторых секторах, заводсек номер один и поручил ремонтнику провести небольшую сварочную работу. Я посоветовал капитана не подвергать корабль большим нагрузкам, особенно в плохую погоду. Любое агрессивное маневрирование может привести к перелому корпуса. Стоюня я отреагировал на жалобу о том, что некоторое электрическое оборудование не исправлено. Я обнаружил, что на контактах некоторых компонентов образовались оловянные усы. Я очистил контакты и добавил в припой свинца. Он перехитрит замыкание и должен замедлить рост усов. Так, 21 июня я провел тщательную еженедельную проверку топлива, масла и жидкости в машинном отделении. Проверка показала уровень масла в цилиндрах ниже ожидаемого. Я напомнил персоналу машинного отделения, чтобы они внимательно относились к ежечасным проверкам и при потере давления оповещали инженера. 22 июня корабль попал в сильный грозовой шторм, начавшийся вскоре после полуночи. Молния вызвала дуговые разряды в подъемных тросах, висячих над палубой, что привело к ущербу. Смазка вскипела и повредила часть тросов. Мне доложили, что основные проблемы шторм нанес электрическому оборудованию. Вероятно, этому дополнительно способствовали оловянные усы. Несмотря на сильное волнение, сообщений о повреждениях конструкции корабля не поступало. Чтобы провести полную оценку ущерба, мне нужно будет работать всю ночь. Так, ты, дебил.
Типа, только две записи. Заебал. Какое-то управление, блядь, ужасное. Почему в этих интерактивках всегда управление такое жопное? Прям жопное в такой степени, что ж пиздец, обосраться, сука. Крысиный череп. Давай, поднимай. Ебать, учтиво нахуй. Капитан запретил пить аж до конца плани. Натезу голову сразу понятно, для чего на корабле тихо. Но там подрались эти два дебила, Уилсон и Андерсон. А в плане на Новофере сразу все присек, и с тех пор тут тихо, как в церкви. Балакал с парнем, который помогал грузить на корабль. Он сказал, что среди прочего там было куча гробов. Ну и чё, вроде как. Но он сказал, что там один малый следил, чтобы все гробы грузили строго в один отсек. Чтобы только так. О простых вояках так не заботятся. Я вот теперь и думаю, кто мог в этих ящиках быть. Пересказал один из ребят, надел самогон из припасов, которые они натрили в 6 часов. Надо с ними встретиться. В 6 часов надо с ними встретиться, заценить, что там. Самогон получился фигня. Пересказал, что за 4 кружки окосел. Я сказал, что он гонит. Это ж просто мутная водичка. Я услышал, как один малый говорит, что смог посмотреть на эти ящики. Надо его найти, узнать, что он видел. Может, и мне поможет поглядеть. Все заметно. Он уверен, что сможет меня просить сегодня ночью. Мы туда посмотрим. Сука. Да ебать, нахуй. Все обломалось. Малый, который хотел мне помочь, слег в лазарет. Док Финли думает, что он сочкует. Может, так оно и есть, но Миллер говорит другое, мол, с тем местом что-то неладно. Не знаю, о чем это, но он тот еще тип. Не хотелось бы вместе с ним влипнуть, я так скажу. А пересговорить, ребята нагнали еще самогоны. Если честно, в лом идти и пробовать. Но чем еще заниматься? Новости. Новая партия вышла уже хуже предыдущей. Чтобы я еще раз шел к этому тупому Пересу. Я прошлой ночью стоял вахту с Воловицом. И чуть со страху там из-за него не рехнулся. Воловец тоже напугался и давай нести чушь про какого-то сержанта Джонсона, который пропал без вести в джунглях. Может, это как раз Джонс и его ребята в тех ящиках плывут домой, как и мы. Я успел заглянуть и... Господи, там все было, как парень в порту говорил. Ящики так и расставлены. Все укрытые флагами. Опрятные такие. Если там правда Джонс, его упокоили с честью. Дядюшка Штэм нас никогда не оставит. Он сделает все, чтобы мы все мы. И конец. Все, нахуй. Заебал меня это чтиво. Да, блядь. Ты можешь? Да ты, блядь. Ч
Чё ты, дебил-то, это листал сейчас, я понять не могу. Управление, сука, говно. Чё, он чё встало? О, картина, смотрим. Так. Кого бьет одноглазый? Брэда, да, он бьет? Угу. Значит, надо как-то... чтобы такого не произошло. Ладно, я думаю, они все у меня подохнут. Господи, как тут ориентироваться сложно. Так, сейчас буду что-нибудь нажиматься. Возьмем ее. Ульсон! Что он делает? А. Да. Урод, прикрой меня. Йо, Брэд, сначала нам надо все обдумать. Боже, да подожди ты. Сейчас Брэду пизда. Так. Да ёбаный ты придурок. Так. Бля. Сейчас какая кнопочка вылетит. Окей. Кила. Так, кто здесь? Je vous ai entendu. Я тебя слышал. Кила. Кто здесь? А кто здесь? Так. Девчушка. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Не ори, я пытаюсь слышать, что происходит. Я не ору. Заткнись. Я хочу знать, где остальные. Грёбаный воняющий корабль. Давай, идем за ними. Окей, пошли. Куда вы пошли? Что мы делаем? Мы же шли за ними. Нельзя подходить близко.
Так, так, мы их обгоним. Они разделились, да? Нет. Я справлюсь. Так, Алекс. Алекс, тут тебе скоро будет голову бить. Так, что тут? О боже, зачем мне сейчас это смотреть? Отсек 7, Фред во временную часовню до конца похода, проходя мимо отсека 7C, все члены экипажа обязаны соблюдать тишину и вести себя уважительно. Понятно. Вот это часовня, что ли? Что это? Слышал? Не смеши. Куда вы так ебанули? Надо даже посмотреть, здесь может подсказки. Хотя они мне особо-то не помогли, подсказки. Скорее всего, догадки. Мы здесь уже были. По-моему, нет. Точно тебе говорю, Алекс. Ты что, водишь нас кругами? Бросьте, надо идти дальше. Господи, боже! Алекс, что там? Фу, иди посмотри. Ого. Угу. Что-то, честно, даже непонятно. Я не понимаю, какие-то органы или что это. Так, газ. Эй! Сегодня по графику мясная запеканка. Вкусно. В какой-то момент время как будто замерло. Весь корабль перестал работать. И впрямь. Эй, осторожнее! Сейчас не время хернёй страдать. Классный нож. Неплохая может выйти компенсация для этих уродов. Сейчас? Мало ли что. Может пригодиться. Конечно. И ачивка круче всех. Ура! Так. Смотри, туман под ногами. Ядовитая эта хрень. Суп дюжур, мадемуазель. Можно подумать, ты умеешь готовить. Малыш, вот поженимся, и я стану твоим личным шеф-поваром. Типа посмешил сейчас? Да за то время, что корабль плавает, там вообще нихуя не должно было остаться.
это еще что за место? Думаю, это правильный путь. Да ты смотри, этот туман, он прям. Что это? Блять. Так это, может тебе слух проверить? Зато я что-то услышал, мне же, блядь. Подумал, что у меня происходит в хате. Так, вот что ты, блядь, листаешь? Так, мы в море совсем недавно. А еда мне уже надоела хуже смерти. Сегодня вечером кормили совершенно бурдой. Совершенно бурдой. И все лучше порошкового омлета, который был на завтрак. Не сомневаюсь, что кожа изо всех сил старается. Коки всех стараются из того, что есть. Что-то съедобное. Но клянусь, я убить готов за свежую еду. Дома первым делом выпью большой стакан холодного молока. А почти всех американских газетах писали о той резне Филадельфии. В голове не укладывается. Мы упулили на край земли, чтобы сохранить мир в нашей стране, а дома тем временем люди убивают друг друга на улицах. После таких новостей хорошо бы выпить пивка. Но капитан запретил все спиртное. Видать, придется ночью считать овец. Так. Ребята устроили в одной из грузовых трюмов соревнования по борьбе. Я выступил неплохо, но Вагнер меня в конце концов одолел. Я пошутил, было, что его надо дисквалифицировать из-за размеров, ну куда там, такого только толпой и завалишь. По крайней мере, ест он точно больше остальных. А я уверен, что груз, который мы там везем, как-то связан с пропавшим отрядом. Кажется, им командовал сержант по фамилии Джонс. Груз мы нашли примерно там же, где пропал во время войны его отряд, ушедший в разведку. Все говорили, что Джонс везде видел выгоду. Он услышал легенду о зале со статуями из чистого золота, построенном тысячи лет назад для маньчжурского ребенка императора. Что-то ребенок. Говорят, что те статуи прокляты. Но это полная чушь. Не знаю, нашли ли солдаты золото из разведки. Никто из них не вернулся. Может быть, как раз сейчас они и возвращаются. Но... А что, если там эти статуи, то этот ребенок? Сука. Проклятое золото? Неужели история как в корабле-призраке? Картина. Так. А кто в очкарько втыкает? Так, какая-то там женщина. Ёбаный ты в рот. Я уже увидел, как двоих ёбнут. Да неужели? Что? Что? Здесь кто-то есть! Был ведь, ну, какой-то звук. Да ты издеваешься надо мной. Ладно, пошли дальше. Я точно что-то видела, движение какое-то. Крысы. Наверное, это просто крысы. Никого нет. Не смейся надо мной! Да что ты нервничаешь, на дура? Так, здесь мы уже были. Я помню это место. Мы ходим кругами. И что делать? Развернуться? Мы все это уже видели. Хватит, Джей. У нас нет выбора. Надо идти туда. К
Короче, нет. Это явно не мой вариант. Что? Мерзкие гробы в жутких часовнях? Не моя тема. Так. Это жутко. Ну да, тут мерзко и жутко. Надо убираться отсюда. И надо найти Флис. Отлично, так чего же мы тут торчим? А это что? Мне вот что-то это не очень-то нравится. Эй, тут имя написано. И что они здесь делают? Не думаю, что они планировали навсегда застрять на корабле призраков. Какая разница, кто они и откуда? Они мертвы, а мы живы. Брайан Картер. Пусть так дальше и будет. Человек? Что это за чертовщина? Плохая тут энергетика. Короче, валим. Пиздец. Все, уходим. Так куда я ты пойдешь? Я эти кости уже видеть не могу. Ты смотри. Это два трупа в одном гробу или один? Да нет, только позвонка два. Остальное все вроде по... Блядь. Зачем запирать гроб на замок? Зачем здесь цепи и замок? Ну, чем не способ разорвать отношения? Что если это монстры? Посмотри, похож на детский. Не хочу, пошли отсюда. Блядь. Да, может это малыш Дракула? А тут его родители, и они лежат в земле из родной страны, и... потом они все нападают на Конрада и съедают его. Конец. Бля, сука, это не смешно, нахуй. Дебилы. Я уже напряжен. Что такое? Крыса, 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 там. Что там? Смотри! Что? Серьезно? Ты что, меня пугаешь? А? Может, просто уйдем? Блять. Серьезно? Ебать. Я нахуй чуть не сиранул. А побыстрее нельзя? Есть, мэм. Надо помочь, Флис. Давайте быстрее. Откуда этот звук? Какой звук? Ого. Да здесь идеально чисто. Твою мать! Эй, сейчас не время валять дурака. Блять, там не было. Я на пределе. Какого хрена? Не трогай, зачем к нему лезть? Ёбаный в рот. Чё за хуйня происходит? Да я не тебя хотел. Так, ладно. Если здесь и есть лекарство, то стар. Аспирин. Конрад, выпей сразу две...
Эй, где он? К другому специалисту. Где Конрад? Где Конрад? Куда подевался Конрад? Конрад! Ну, решил проветриться. Конрад! Ебать. Ебать. Это что? Он умер от испуга? Жуть какая. Ебать. Сейчас что-нибудь там... Рассмотрим. У этого парня был аппендицит, что вполне обычно, а потом... Он умер от обширного инфаркта. А вот это очень странно. Хэштег нет. Нет. Так, ну-ка. Попугаемся. Чего он там хэштег ведет? Кони! Кони! Блядь! Кони, черт, да где же ты? Где Конрад? Наверное, ушел вперед. Кони! Так. Эй, Конрад! Черт, куда он делся? Ой. С кувалдой, дебил. Ой. Сейчас за эту, да? Какая крыска прикольная. Куда мы идем? Не твое дело. Мне кажется, мое это дело. Скажи, куда мы, блин, идем? Делаешь, что он говорит, да? Стой. Ладно, хватит! Выходите! Черт! Гребаный корабль проклят! Да что ты, блядь? Посмотри.
Медиан. Что это за шум? Что ты имеешь в виду? Замолчи, не хочу ничего слышать. Дымок пошел. Олсен! Блять! Сука! Чуть перепонку не пробила нахуй. Не делай этого, прошу. Боже! Боже. О, боже. Вот этот. Этот парень сейчас здесь. С нами. Умер на корабле. Там и остаешься. Да. Бред какой ты несешь. Подевались твои друзья. Я не знаю, что за херня тут творится, но нам нужно найти Олсена. Срочно! Олсен! Олсен, черт! Что ты делаешь? Блять, я в дверь врезался, извини. Так. Сука, не дал мне картину посмотреть. От козлина. Что с ней происходит? Че за хуйня? Что за хрень? Шаман. Что за шаман? Прости, я прости. Так, слушай, как ты прошел мимо него? Ты вообще сюда попал? Я пытался тебя догнать, ну, спасти и все такое. Но потом услышал какую-то хрень и спрятался. Я просто хочу выбраться на свежий воздух. Бля. Да вон же. Блять!
как бы я его видел, но вот этот звук потом резкий по ушам ебашит нахуй. Я же... Я от звуков я обсираюсь просто. Ну конечно. Блять! Ёбаный в рот. Не пригодится. Бля. Господи, что здесь произошло? О, это то самое место. Чарльз Перес. Блядь. Фу нахуй. Ебать. А ее уже нету, да? Ёбаный ты в рот. Да поворачивай ты, блядь, её. Супер. Все эти коридоры просто одинаковые. Эй! Флис, эй! Ты где была? Чё за хуйня? Чё происходит? А
Алекс. Как странно. И она где-то не в то, это не она. И опять та же сцена, она повторяется снова и снова. Ты точно уверен? Вниз и топай дальше. Чего? Шевелись, давай. Смотрит. Ой, фу, блядь. Блять, чё? Эй, а ты уверена? Ёбаный ты в рот. Что? Я могу идти назад? Да нихуя, блять. Опять же, это неправда. Нет, Алекс! Нет! Помоги! Блядь! Сука, блять, вот снова я смотрю и, блять, не нажимаю эту сраную кнопку. Чё же, сука, раз, блять, затупил из-за того, что просто вот, блять, был не готов. Вы просили держать вас в курсе ситуации с радиосвязью, мы отправим держим, как нужно. Чем ответа? Постоянное сообщение в эфире, однако последнего ничего. В
принято ни единого сообщения. Возможно, произошел сбой в нашем радиоборду. Я изучаю ситуацию и доложу не позже 3 ночи. Не должно здесь быть. Эй, я не должен вас видеть. Там еще был вариант спуститься вниз. Там вода. Так, закрыто. Так, так или иначе, мне вниз. Понятно. Как ни крути. Алекс? Джулия? Так. Теперь ты, да, посходишь с ума? Обычная пуля. Сейчас что, опять? Нет, тут все проще. Бля. Блять! Был одет как бы... Я, то есть, ты смотри, я вот по этой смотрел, что у него одежда не та. Блин. И по... А по у Брэда вроде бы все то было.
Ебать. Я только вообще на мгновение в окно посмотрел. Здесь что-то не так. Что-то, да? А? Посвящение должны собраться в тишине не более и не менее чем пятеро чистых разумом и душой. Трое из них должны быть женщинами. И двое мужчинами, лица их должны быть скрыты капюшоном. Значит, что для Волхова и духовного благополучия паству, прежде чем начнется фестиваль Акрамахамари. Ритуал, именуемый Фрикскея, дабы избавиться от демонов. Силами посвященных далее следует начертать пентаграмму, после чего каждый посвященный займет свое место у одной из вершин. Дева, принесенная морем, должна быть лишена сознания и помещена в середину пентаграммы. Затем собравшиеся должны зачитать заговор Сараса с мечами в руках, со всем доступным им рвением. Мы стоим впятером вдали, но столь близки, что можно коснуться рукой. Символ опяти. В лучах великим могуществом, повернувшись на 90 градусов, изобразить универсальные пентаграммы. Есть вера, протяните меч вперед и низким повернитесь градусом, изобразите мечом окувернальный знак, олицетворяющий почтением, повернитесь лицом к северу, восторженным голосом вскрикните. Хи-я! Меч вперед. И возможно, голосом вспыхни. Пентаграмма есть жертва. Страница 34. Посвящен должен сделать шаг к центру и замереть в позиции рам. Произнесите в унисон мы, ес мы, едины, исо, есть Господь наш. О, Сарас, жертвой сии мы просим тебя очистить ауры наши, изгнать демонов, что преследует нас в честь твою, мы проливаем жизнь человеческую, дабы доверить Ирие твое, на пятерым должен собраться ближе жертв, обнаружив меч совместным усилием тела от крови нечистой, череп, кинжал, кровь, дерево. Тело следует поместить в гроб из твердого дерева, так чтобы голова всегда была видна пастве, как напоминание о том, что зло способно заразить души людские, и лишь сила Сарас защищает нас. Созим ритуал будет завершен. И духи, не фестиваль можно. Кто? Бредятина сатанистская. Так, там и же дверь. Что тут происходит? Тут и все. Так. Ты, блядь. Черепа. Кровь.
Да блядь. Соберись. Стиль картина. Так. Кто-то там. Кто-то тонет. Это было. Что-то было похоже, как будто сейчас там тот очкарик был. Но по воспоминаниям его протыкает кто-то другой. Так. Глаза
за хрень вообще? Что нахуй происходит? Этот умер? Хотели устроить мне сюрприз, пиратские приключения. Отличная задумка. Правда. Это забавно, мне весело, но... Парни, которых вы наняли, слишком далеко зашли. Вы пожадничали. Решили не тратиться, и вот... Эти парни слишком много себе позволяют. Ну, вы меня поняли, да? Если захотите как-то от них избавиться, не вопрос, я с вами. Они же просто гребаные психи. Гоняются за нами повсюду. Что за хуйня? Очкарик умер? Ну как? Его Филлис убила? Все-таки лицом к лицу, все-таки кто, блядь, был очкарик? Так, человек за бортом, данный приказ, стоп машины и встать на якорь. Мне доложили о человеке за бортом, видеть, что все ваши подчинены, и мне об этом в поисках. Случай видел, как он прыгнул. Ты был не несчастный случай? Всем офицерам по приказу капитана Форда офицерам строго запрещается употреблять алкоголь на протяжении всего маршрута. Офицер, замеченный за распитием алкоголя или восстанием пения, при выполнении своих обязанностей будет отдан подводный терминал. Алкогольное удовольствие будет выдано вам позже. Война закончилась, это полная хрень. Хотя бы ты, блин. Да они издеваются. Просто за идиота меня держат. Надо найти всех. Не знаю кто, но они надо мной издеваются. Просто издеваются. Ты с ума-то не сходи. Да заходи ты в эту дверь поганую, блядь. А! Так. Поджечь никак?
Не слишком-то он следовал собственным запретам. Капитан должен был знать, что за хрень тут творится. Угу, ты видишь, как он, блядь, знает. Да, надо заглянуть за дверь, конечно. Так. А может... Не, все же надо. Сраную дверь. Надо чем-нибудь ее выломать. Давай, может, эту возьмем. Это я будем ломать. Для двери пойдет. Серьезно. Так, свет начинает включаться. О, сука. Блять! Только давай быстрее. Какая страшная чушь. Так. Бежать нахуй. Блять, да пиздос. Я чихую. Так.
же! Пожалуйста! Это я! Посмотри! Это Флис! Ты видишь, это Флис! Флис! Господи, как ты меня напугал! Ладно, пойдем дальше. Найдем остальных. Сука, это вот это тот яд. У них глюки начинаются, этой хрени от всей. Так, в чем он... дело, душа моя? Так что меня больше не любишь? Он должен убить Нигера. Алекса. Так. Прыгнуть. Черт. Так. Нет, нет! Бежим! Нужно укрыться! Брэда мы потеряли! Черт! Здесь безопасно? Сойдет, наверное. Фу. Да. О, привет. Похоже, мы внезапно приблизились к миру духов. Не так ли? Ну, да. Вот одним меньше. Угу. А кто-нибудь видел Брэда? Вам уже ясно, что происходит? Как это прекратить? Как спасти жизни ваших несчастных безбилетников? Узнаете. Надеюсь. Хотя предыдущие пассажиры судна так ничего и не поняли. Той ночью было много смертей. Позвольте помочь вам. Дать подсказку. Ну что ж, как бы сказать. Здесь могут быть замешаны силы, близкие к науке. И даже, может быть, к политике, понятно? Менее. Потусторонние. Вы, может, уже кое о чем догадались? Ты догадался, Газ. Что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Надеюсь, это поможет. Вам разве не интересно, что обо всем этом думают ваши бедолаги и как в будущем избежать ненужных трагедий? Вперед, за дело. Скоро поговорим. Да.
То есть я должен был ничего не делать с Брэдом. Не нападать на него. Ты не видела там Брэда? Мой... Ладно. На этом все. И так слишком уж длинная часть получилась. Так что давай до скорого.